Ольга Колодкина, участница коллектива «Мысли мимо», не только делает каверы, но и сама пишет песни и музыку. Рассказывает, без этого жить не может. То с 6 лет я очень долго и упорно занималась вокалом. Я объездила большое количество музыкальных конкурсов вокальных, где я занимала призовые места. И это было где-то 10 лет я ездила по конкурсам. После такой долгой практики вокальной я поняла, что ну все, получается, что и без музыки моя жизнь просто не состоится. Ольга вместе со своим другом и коллегой Вадимом Кирюшиным стали участниками всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Сейчас Вадим живет в Санкт-Петербурге. До шоу молодые люди уже работали вместе. В 2016 году в составе группы, исполняющей альтернативную музыку. Работать вместе, безусловно, интересно. Это всегда какое-то смешение энергетик, какой-то более сложно сочиненный результат, ну, как художественное высказывание, если это музыка, если это какой-то номер, если это какое-то шоу, я не знаю, все что угодно, потому что это уже как бы не ты сам в своем мире варишься, а привносишь туда что-то другое, и получается взрывоопасная штука. Было очень интересно проработать шоу непосредственно с Олей в дуэте. У нас был весьма интересный номер. Конкурс «Новая звезда» 2021 – это масштабное музыкальное состязание. В нем участвуют все регионы России. Сильнейших вокалистов определят знаменитые эксперты в области музыки. Поддержать дуэт из Самары жители смогут с помощью СМС-голосования. По итогам наградят как лучшего исполнителя, по мнению жюри, так и фаворита телезрителей. Но, пожалуй, нигде с таким количеством людей талантливых, да, которых отобрали специально, ну, мне кажется, невозможно просто встретиться. И каждый индивидуальный, со своей культурой, со своим посылом. В общем, это был очень удивительный опыт. И еще в плане того, что на этом проекте все было достаточно интересно устроено, потому что в подобного рода мероприятиях я первый раз принимаю участие. Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность – для всех, у кого они присутствуют, есть и шанс попасть на конкурс «Новая звезда 2022». Подать заявку на участие все желающие старше 15 лет могут до 1 мая. Алена Власова, Дарья Зотова, Сергей Александров. Новости губернии. I'm in love with the shape of...